Привет, Мечный. Ты меня знаешь? Да кто тебя в зоне отчуждения не знает? Ладно, а ты кто? Я странствующий инженер, Винза. Зарабатываю на жизнь не стрельбой и поиском артефактов, а настройкой сложного радиотехнического оборудования, компьютеров и всего подобного. Работаю с разными группировками, порою противоборствующими. Как и хороший врач, нужен всем. Ничего себе. И что, есть работа по твоему профилю? За это, Мечный, думаешь, что в зоне только мясо, пули и тайники. Зона отчуждения сама по себе высокотехнологичное место, и научно-технического прогресса здесь хватает, поверь. Например, ты никогда не задумывался, как происходит связь в зоне по КПК, а звуковые сообщения из эфира получал? Слышал? Как думаешь, каким образом все это здесь работает? Ну не знаю. То-то же, а флешки с информацией, сам ведь таскаешь их тоннами туда-сюда. На многих информация закодирована, и я могу расшифровать и в других радиотехнических делах помочь. Понятно. А чего тебе на большой земле не сиделось? Если ты спец, то должен был быть востребованным в любой технической области. Я правильно понимаю? В том-то и дело, что должен. Стались я настолько узкого профиля, что после некоторых событий на большой земле, места мне не нашлось. Отдел мой на родном заводе по конверсии закрыли. А я ведь еще и творческий человек. Подделки всякие технические мастерю. Только там они никому не нужны. А здесь на расхват. Ух ты, интересно. И что же за подделки такие? Одну смастерил не так давно, пока на базе Уборова работал, передатчиком настраивал и спрятал бандитов под носом, не хотел с собой тащить. Называется ПЗУ, портативное зарядное устройство, позволяет заряжать аккумуляторы к экзоскелетам. Вот это круто, можешь такой мне подогнать? Очень надо, чего хочешь за него? Бесплатно отдам, если принесешь мне мой ручной вольтметр. Хорошо, я согласен, а где он? Надеюсь, не в бункере управления монолитом? Нет, ближе. С фанатиками я, кстати, не работаю. Они больные на голову, хотя звали к себе в гости. Харон какую-то смс-ку прислал. Сказал, что за небольшую техническую консультацию рассчитается черным ангелом. Не знаешь, что это такое? Нет, лучше не соглашайся. Так где твой вольтметр искать? Темное лощине, в разрушенном ЖД-тоннеле. У меня комнатка была. Там я в свободное от заказа время мастерил свои поделки. Место тихое и было. Меня полностью устраивало. Но недавно нагрянули наемники из Грейдстоун и сказали, что какой-то их босс меня к себе зовет. Глянул я на них, и что-то не по себе мне стало. Монолит по сравнению с ними. Божьи коровки. В общем, попросил я сутки на размышление. Работу закончить. Они ушли. Обещали вернуться. А я смылся. Только вольтметр забыл. Но возвращаться не хочу. Вдруг стрельгут. Стрелять-то я умею. И ствол у меня есть. Но руки у меня все-таки на другой вид деятельности заточены. Боюсь, не справлюсь с этими убийцами. А без приборчика своего работать нормально не могу. Прям не знаю, что теперь делать. Прибор комнатки искать? Нет, он чуть дальше. В моем тайном скроне, в конце туннеля. Думаю, без проблем найду железный ящик, в котором он лежит. Хорошо, дело несложное. Схожу за твоим прибором. Take cover! Move! We're gonna be nailed by the 88! Take cover!
I'm under attack. Get a move on. I have a Stalker here. Reinforcements needed. Ну, что расскажешь? Вот твой вольтметр, держи. Надеюсь, Ромео с Грейстоун тебе не помешали? Нет, не помешали. Я дал им конфет, и они пошли домой. Будет желание, возвращайся в свою мастерскую. Теперь тебе никто не будет мешать. Правда? Там почти все разгромлено. Видно, наемники приходили после твоего побега и были взбешены твоим отсутствием. Мебель поломали, шмон устроили нехилый. Видимо, что-то искали. Хорошо, что свой вольтметр ты спрятал в нычку, а то бы они его разбили прикладами от злости. Спасибо, меченый. Теперь моя часть договора. ПЗУ в рюкзаке. Рюкзак в темной долине. Пустой цистерни на заправке. Только рядом с этой цистерной бегает стая слепых псов. Будь осторожен. Ну, слепышами меня не напугаешь. С работой ПЗУ, надеюсь, разберешься без меня. Для зарядки аккумулятора при помощи этого устройства подойдут бенгальский огонь, вспышка, лунный свет, батарейка, рубиновая батарейка, плазменная гусеница и черная энергия. Удачи тебе. Буду нужен, найдешь. Тебе скидка на все услуги. Бывай. Да, разберусь. Пока.